Как можно в 2024-м делать обслуживание дебетовки платным? Еще и в Тинькофф. Все способы, как получить бесплатное обслуживание дебетовой карты Тинькофф Блэк, узнаете в этом видео. Я реально люблю дебетовую карту Тинькофф, потому что у нее куча классных дизайнов. У банка самая лучшая поддержка, да еще и кэшбэк приходит рублями, и процент на остаток по накопительному счету есть. Но я до сих пор не понимаю, почему эта карта стоит 99 рублей в месяц. Раньше работал тариф 6.2. Абсолютно любой клиент банка мог его подключить и сделать обслуживание полностью бесплатным. Сейчас этот тариф работает только для зарплатных клиентов. Так что сейчас получить бесплатное обслуживание чуточку сложнее, чем раньше. Но все еще можно. Во-первых, если вы новый клиент банка Тинькофф, то есть у вас раньше не было карты Тинькофф Блэк, или она была, но вы закрыли ее больше года назад, то можете смело оформить карту по моей ссылке в описании и получить 3 месяца бесплатного обслуживания и 1000 рублей на счет, если потратите 3 за месяц после открытия карты. Потратить 3000 и получить одну, думаю, более чем приятно. Для старых клиентов обслуживание будет бесплатным, если вам, например, меньше 18 лет. Напомню, что карту Тинькофф можно открыть с 14 лет, сразу после получения паспорта. А еще можно подключить подписку Тинькофф Pro или Тинькофф Premium. Сама по себе подписка Тинькофф Pro стоит 199 рублей в месяц. Но у нее есть свои фишки. Например, повышенный лимит на переводы с кредитки, повышенный кэшбэк и повышенный процент на остаток. Еще один вариант – это хранить на всех счетах Тинькофф суммарно хотя бы 50 тысяч рублей. Разумеется, если вы получаете зарплату или пенсию именно на карту Тинькофф, то тогда для вас обслуживание будет бесплатным. Ну и наконец, вы получите бесплатное обслуживание, если оформили кредит в Тинькофф и вам зачислили его на карту Тинькофф Блэк. Ну а это все способы получить бесплатное обслуживание на данный момент. Оформите карту по моей ссылке в описании и получите 3 месяца бесплатного обслуживания и 1000 рублей в подарок.